говорит Бруно. Все говорят громко, я там время. Нормальный глум, да. Встречаются Московский кредитный банк и Нордеа. Нордеа сегодня было уже два матча. Поражение 0-2 от Русал. Поражение 1-2 от Газпром Интернешнл. А вот Московский кредитный банк одержал очень важную победу со счетом 3-2, переиграв МТС Банк. И таким образом у нас во втором дивизионе ситуация такая. На первом месте пока идет МТС Банк. 9 матчей, 13 очков. На втором идет пока Тинькофф. 10 матчей, 11 очков. На третьем МКБ и Нордеа. По 10 очков у каждой из этих двух команд. Но у Московского кредитного банка на 2 матча меньше по сравнению с Нордеа. Так что если сейчас МКБ выигрывает, то выходит на промежуточное первое место. При этом будет еще иметь несколько, ну, две игры в запасе по сравнению с Нордеа. Сравняется по количеству матчей с МТС Банком. И один матч в запасе еще будет по сравнению с Тинькофф. Ну и плюс будет комфортный задел, отрыв от РТРС и HSBC. 5 очков он будет составлять. При том, что у РТРС останется 3 матча, у HSBC 2 игры. Но у РТРС там сложные соперники в последнем туре. Там какое-то количество очков будет набрать, конечно, тяжело. Ну и главное, что у Нордеа прямой конкурент. Что называется, матч за 6 очков, а не за 3. Ну, ничья вряд ли команда здесь устроит. А, ну и надо помнить, что Нордеа тоже может одержать победу, набрать 13 очков и на промежуточное первое место выйти. Правда, еще будет матч в запасе у МТС. И 2 матча в запасе у МКБ. В запасе, чтобы догнать их. Но при равенстве очков будет учитываться личная встреча, так что победа Нордеа практически гарантирует в дальнейшем преимущество над МКБ. Ни одна из команд не может нормально зацепиться за мяч и предложить что-то адекватное в атаке. Бьет издали Нордеа, Коба Галиадзе на месте. Здесь блокировка. Второе нарушение у Нордеа. Третье нарушение у Нордеа.
Горячев бьет сам. Очень быстрая атака Нордеа. Коротко разыграли и забивают. 1-0. Синий выходит вперед. Здесь фол в атаке, нарушение первое у МКБ. Решал сам пробить третий номер, хотя партнер ждал на дальней штанге. Ну и ударную позицию тоже надо использовать. Четвертый фол Нордеа. Удар пришелся в стенку. Была подстраховка, поэтому не пошла контратака у Норде. А теперь угловой МКБ. Высоковато мяч летел. Без нарушений выбит мяч. Спасибо. Я уже не могу. Минута 15 до перерыва. Пока МКБ отстает в счете. Остался отбор в центре. Удар, вратарь Алексей Королев. И еще один угловой. Ну, теперь аут. В поле.
Все, звучит свисток и отдыхаем. Второй тайм. 1-0 Норде впереди. 4 нарушения у Норде. Но это для них абсолютно привычная история. И они во вторую 10-минутку с 5 фолами заходили. И надо отдать должное. Часто умеют вот эту опасную грань не перейти. А на этой черте остановиться. Ну, взять, к примеру, предыдущий матч Норде. Там тоже 4 фола было после первого тайма. И ничего. Так с 4, насколько помню, и закончили. Ну, может, 5 набрали, да и успокоились. МКБ катает мяч, такой позиционный. Вот только возможность для прорыва, и сразу нанесли удар. Королёв бросает мяч в середину поля. Фол все-таки зафиксирован у МКБ. Удар в стенку. Здесь арбитру приходится успокоить двух игроков, и после этого игра продолжается. Отыгрывает назад. Контратака Норде. Как-то даже слишком просто. 21 номер скандинавов обыгрывает двух защитников вратаря и удваивает цифры на табло. 2-0. Поле,
Равноопасное штрафное получает МКБ. И это, кстати, пятый фол у Нарде. Каждый последующий будет наказываться 10-метровым штрафным ударом. Удар аккурат в Королева. Ну, на шестой фол момент, видимо, не тянул. Все-таки шестой фол, он как пенальти, должен быть 100%. МКБ практически удалось окопаться в чужой штрафной, но слишком большое там сосредоточение защитников. Ну, когда в штрафной находится 5 защитников и вратарь, ну, забить крайне непросто. Можем начать на 10 минут позже, у нас все задерживаются. Я говорю, ну вот максимум 18.05, вот это вот начнем. А там дальше, смотри, как хочешь. Поэтому сейчас играем и пойдем. Ура. Так мы еще и опережаем. Главой МКБ. Удар головой, добивание здесь выше. Королев вводит мяч. Полторы минуты до финального свистка. 0-2. МКБ нужна, ну, хотя бы ничья. Если у нас счет кардинальным образом не изменится и Нарде удержит победу, сравняется Нарде с МТС по количеству очков, будет по 13 баллов. При этом у Нарде будет преимущество по личной встрече. Нарде обыграл МТС Банк 3-2. Так что Нардея будет выше, но у МТС Банка будет еще два матча в запасе, чтобы хотя бы одно очко набрать и обойти Нардея. Отлично. 27 секунд нужно додержаться.
Косикин головой выносит мяч. Все. Финальный свисток. 2-0.